известный, ну или не всем, вот шоп для тех, кто играет в танки. Я решил проверить, правда ли все по-честному. Закинул на один ролик. Ну, посмотрим. Ровно вот на такой. Чик. Открываем. 129 рублей. Да уж. Смотрим. В минус ушел на 5 рублей. Забрал. На этой странице вы, говорит, можете посмотреть статусы. Смотрим. Отправляется. Снимаю на телефон, потому что поломалась винда и пришлось все сносить с ее установкой. Такая судьба, видимо. Обновляем страничку. Вот ошибка. Понятненько. Поставлю пока на паузу, добьюсь эффекта. Так, ну вот, написали отправлено. С шестой, что ли, попытки. Видимо, то ли здесь тупники, то ли у картошки тупники. Так. На сайт на их зайти, конечно же. Поехали. Угу. Тынч. Так, здесь есть такой раздел «Мои подарки». Смотрим. Ну, 150 перезагрузок, переадресации. Что за бред? Пользователь вот шоп бот 2. Отправим вам этот подарок. 496 золота. Так, сейчас я ставлю на паузу. Запущу игру, проверим. В общем, смотрим, что у меня тут ни хрена золота нет. Сейчас я постараюсь свернуть это убогое создание, потому что оно только загружалось, наверное, минут 5. Принимаем подарок. Угу. И разворачиваем игру. И ждем, когда вылезет оповещение, что мне прилетело там. О! На ваш счет начислено золото 496. Ну да, не врут. Однако после всех этих операций я бы советовал вам, ребята, меняйте пароль. Ну его нахер. Вдруг они в базу уносят, а потом надо будет аккаунт, а не бах, и перебили его вам. Хотя, если он привязан к телефону, ничего страшного, но обезопасить себя, перестраховаться не помешает. Всем спасибо, до свидания.